Ребята молодцы, с первой же смены сразу добавили, перевели игру в зоне атаки, начали давить, пошли моменты, штанги. Вся команда может решить матч, поэтому не только я, мне посчастливилось забить благодаря партнерам. Там надо просто больше работать, вкладываться, биться. И когда ты не можешь броска забить, надо забить как второй гол на вал, да, пойти. И это сегодня у нас получилось. Забили, да, полегче стало, вдохнули воздух, раскрепостились. Хорошо, что забили второй и третий здорово разыграли большинство.